23 февраля севастопольцы отметили не только День защитника Отечества, но и начало событий русской весны. 6 лет назад этот день объединил жителей города на вошедшем в историю митинге народной воли. Я не считаю себя патриотом, но в этот день, по-моему, патриотами были все. В прошлом медик, а ныне художественный руководитель севастопольского театра «Психодель Арт» Андрей Маслов не только принял активное участие в прошедшем 23 февраля 2014 года митинге, но и наряду со многими жителями города встал в ряды защитников интересов Севастополя. Я сказал, я врач. Вот, у меня есть некоторый полевой опыт, и можете мною располагать. Записался в рубеж. За прошедшие 6 лет в Севастополе многое кардинально поменялось. По мнению Андрея Маслова, все перемены, происходящие в составе России, стали переменами к лучшему. Потому что главное, что я на своей родине, вот там, где я, да, родился, жил и умер. Вот. Да, СССР, но Россия – это правопреемница. Какой бы она ни была, это мамка. Мамку не обсуждать. Воспоминания известного театрального режиссера о событиях, ознаменовавших начало русской весны, его взгляд на сегодняшний Севастополь, а также разговор о том, как поменялось отношение творческой молодежи к городу и его патриотическим традициям, в программе «Актуальное интервью».